Так, да нет, нас в первую очередь Ханна ждет. А, вон курятник. Так, походу не могу я пройти. Я такая корова. Куда я? Помешает. Яблоки тоже. Всего 175 монет. Ладно. Так, ну, Ханна, говори. Помоги мне, пожалуйста, уложить моих крошек в кроватку. Отец обычно мне помогает, но он их кладет спать так поздно. Давай проверим, кто из вас с Отисом самая быстрая няня. Ну, короче, очередная мини-игра. Ну, вперед. Лучшей няне я сделаю подарок. Ну, поехали. Хватай цыплят и беги к светящемуся кругу на земле. Когда окажешься в круге, нажми Enter, и цыпленок отправится в курятник. Жестоко. Ну что, поможешь? Смотри и учись. А почему жестоко, сейчас увидите. Семечки. Да что ж такое, где ж цыплят? Так, ну это главное сыграть в эту игру. А, оп, стоять. Ну так круги. Кошмар. Классно, цыплятами кидаемся.
Опа. Ай-яй-яй. Класс. Ладно, это типа тренировки. Где ближайший круг? Ладно, это все тренировочка. Время заканчивается. Оп. Так, время закончилось, да? Станешь круче, возвращайся. Понятно. Не повезло. Но мы ж сыграли. Сыграли. Нет, я пробовать не хочу пока. Не расстраивайся, солнышко. Отец поймал больше цыплят, но не расстраивайся. Ведь они легли спать вовремя. Ладно, я не расстраиваюсь. Давайте посмотрим на мобильник. Майнс в огороде ждет. Ханна. Ну, с Ханной мы только что поговорили. Давайте тут, может, монетки соберем. Время-то идет. Ладно. Здесь у меня не получалось пробежать нормально по этой доске. А опять я упала. А время закончилось. Все. Ой. Поехали. Огород у нас налево. А у нас велик классный. Мы ж купили. Вот он, огород. Так, тихо. Вот он. У меня есть к тебе одно дело. Я в твоем распоряжении. Еноты таскают овощи с фермерской грядки. Будь другом, постереги огород. А если появятся еноты, обрызгай их молоком. Они ненавидят коней, когда у них молоко на шерстке. Вот это я опять по букве Ё. Ну, написано на шерстке. А что, так правильно говорить? Если попадешь енота молоком, он сразу упадет.
тогда скорее нажимай Enter, чтобы поднять его и выкинуть с орудия. Нажми Enter, чтобы починить забор, который они сломали. Ну, такая мини-игра крутая. Это на время задержит енот. Нужно защитить хотя бы половину урожая, иначе фермеру будет нечего продавать на рынке. Ну что, корова, все поняла? Ну, примерно. Со мной овощи в безопасности, Майлз, сказала корова и пошла выполнять задание. Теперь подбежать, нажать на Enter и выбросить. И потом починить забор. Понятно. Собака. Енотская. Ах ты гад. Сука. Не успели. Побежать, схватить, выкинуть. Следующий. Гад. Стоять! Куда? А что, если я издалека могу стрелять? Нет. Ты гад! Ты где? Время-то идет. Ты посмотри. Ну, хоть одного кукнули. Где тут еще один? Вот он. Так, что такое? А чё радуешься? Так себе, на троечку. Она на четвертом месте. Пока хватит. Вот и все. Я еще никогда не видела летающих енотов. Думаю, они не скоро вернутся. Отличная работа. Пожалуйста, не забывай наш огород
Его время от времени надо охранять. Думаю, с тобой мы еще свидимся. А может и нет. Монетный жетон для автомата. Ладно, сядет на велик. А куда ехать? Не знаю. Виноват? Если еще shift нажму. О. Тихо. Что-то там желтое. Ничего. Я еще не умею на велике ездить. Вот так. Стоять. Давайте сыграем. Итак, прикольнуться над почтальоном. Чемпионом мы не стали. Так себе. Ну и ладно. Анна, 4-5 место. Так мы лучше делали. Хулиган.
зайдем сюда. Тут. Пособирать. Напоминаю, что каждый день тут ассортимент обновляется. Вот тут шоколад. Нет, монетка. Вот шоколад. Вообще-то я зашла, чтобы масло навзбивать. Ну, там посмотрим. Давай масло. Есть. Так, берем масло. Оно у сусликов дорогое. Но успели. 14. Напоминаю, что тут 20 штук больше не отпускают. Тут по карточкам. Так, 16 масла. Лед нам нужен для приготовления свентелей. О, 20 льдов у нас есть. Нет, всего лишь 250, это мало. Нафига нам? Видите, это уже лишний. Нет. А шоколад еще пригодится. Хотя мы уже набрали под завязку этого шоколада. Так, тут у нас какой-то бешеный Гарри сидит.
Это пока... пока нам не нужно. Потом пригодится. Вот нам еще маслечко, да? Ну-ка. Ой, там он еще бетончики. Вот тут бетончик. Давай посмотрим, сколько у нас масла. Давайте сливок. Ну, получились. А, так у нас сливок маловато. Получились 12. Получились 13. Так, ребята, пора отсюда уходить. Тут где-то яблоня есть, вот. Яблочки нам не помешает. Двадцать яблок. Хватит. А монет мало. Монеты нужны, чтобы у этих сусликов купить ночью что-нибудь. Тут надо... смотреть за командами. Нажми Enter, нажми И. Цветочки тоже хорошо продаются. Так, может, нам яйцо дадут? Нет. Мы уже одно взяли. Что сорвать? Ух ты! Золотой колокольчик.
золотые колокольчики они.